2021 года прекраснейшая и удивительная пара соединят две судьбы, две души, два сердца. Сейчас, дорогие мои, перед вами предстанут два влюбленных человека, которые сегодня готовы посвятить судьбы, да что там судьбы, жизни друг другу. Я прошу вас поддержать нас в этом улыбками, хорошим настроением и, конечно же, вашими аплодисментами еще раз! Станьте сегодня свидетелями рождения их молодой семьи. Поэтому я в первую очередь хочу, чтобы вы сейчас поаплодировали тем людям, и я думаю, вы меня поддержите, что я хочу начать именно с этого, тем людям, благодаря кому эта пара, собственно говоря, появилась на свет, и которые дали нам сегодня причину сегодня собраться здесь. Это родители, давайте поаплодируем, прекрасные, молодые, счастливые. Дорогие наши, любовь, как нам понять, что это за чувство? Она способна вдохновить на подвиг любого, пробудить искусство и все для того, чтобы приблизиться к нему, к той половинке, в чьих глазах ты видишь свое отражение. Любовь — это путеводитель и помощник среди миллиона искать свою одну единственную. И сегодня, дорогие мои, внимание, сегодня здесь жених ради одной единственной и неповторимой. Сегодня он хочет сделать ее своей женой. Дорогие мои, но перед тем, как увидеть главных героев сегодняшнего торжества, я бы хотела представить вам свидетелей главных героев сегодняшней свадьбы. Встречайте, свидетель Александр! Один свидетель Александр! Ваши аплодисменты! Вот он, герой, красавец! Александр, вы вообще знаете, вы согласились, с того момента, как согласились вести эту свадьбу, вы попали. Я в курсе. Он в курсе, он согласен. А теперь, дорогие мои, и вот теперь наша несравненная куколка, красавица, которая еще покажет, где раки зимуют, свидетельница Анастасия. Ну что ж, дорогие наши, вот, собственно говоря, эти герои, которые сегодня будут следить за тем, чтобы праздник прошел просто идеально. Дорогие наши, сегодня наш жених, сегодня ради одной единственной, и он готов ее сегодня назвать при свидетелях своей женой. И это поистине мужской поступок — создать свою семью. Встречаем его, в ком собраны все черты силы, мужества и воли. Наш жених, дорогие гости, давайте мы взорвем эту площадку. Жених! Вот он, герой, красавец. Ну что ж, счастливый? Как вы думаете, гости, счастливый? Да! Счастливый. Как вопрос? С улыбкой, посмотрите, с улыбкой, озаряющей всех нас. Но мне кажется, немного с волнением в глазах, правда? Потому что, несмотря на свое счастье, я думаю, что он очень сильно переживает и волнуется. Ему очень важно видеть собой рядом и чувствовать, ощущать прикосновение руки той единственной и неповторимой. Правда?
самый-самый красивый. Той, которая до этого дня, сегодня и еще много-много-много лет будет делать его самым счастливым мужчиной на свете. Той, которой он готов посвятить всю свою жизнь. Той, кого он любит всем сердцем. Дорогие наши, она воплощение красоты и нежности. Она невеста. И сегодня, дорогие мои, я прошу вас сейчас поддержать эту прекраснейшую пару, потому что сейчас в своих надежных руках, большому счастью своей дочери, эту невесту ведет ее отец. Встречайте, Руслан Иванович и прекрасная невеста. Руслан. Жемчужинку, как это делал Руслан сам. Ну что ж, дорогие наши, я прошу вас, молодые, встать все-таки ближе к Арочке, вы у нас звезды.